Итак, друзья, всем привет, подписчики, а также гости этого канала. Сегодня, я надеюсь, мы запустим цикл прохождения игры Train Simulator, его сценария. Вот. Ну и чтобы было понятно, где мы и что, мы объясню. Я решил начать оттуда, где закончил ТСВ-2. Примерно закончил. То есть с маршрута Подкова, которая Хорши Курви или как-то так, короче, неважно. Подкова. Посмотрим, как она реализована здесь. Здесь Подкова представлена серединой 20 века, если не ошибаюсь. То ли 60-е, то ли 70-е года. То видно по локомотиву, кстати. Это F7 грузовой. Маневр он выполняет GP7. Тоже довольно старенький локомотивчик. Вот такие дела. Так, ну что, собственно, поехали. О, кстати, внутренности не такие уж и плохие, как можно было подумать. Пора отправляться. Удок, как у парохода. Так, по станции не быстренько едем, там 40. Состав неимоверно длинный. Sea Tower, так, BOF, Temporary, Speed. Temporary постоянная, что ли? Что-то, короче, ограничение 20 миль прикрутили. Так, вагонов очень много. Еще в хвосте три толкача. Да, GP7 у нас три штуки в хвосте. Тяжеленький состав. Ну тут не состав тяжелый, я не так выразился. Тут маршрут тяжелый, профиль тяжелый. Ну ладно, едем потихонечку, что там. Разберемся сейчас. Thank you.
Так, New York Tower. Тогда мы have файлы train up head on track one, I am patrolling on track one, the next. Ага, у них там что-то случилось, состав завалился на первом пути. Нас переводят на второй. Сейчас по стрелкам поедем. Это неожиданно. Так, а он походу стоит на путях и виновник, собственно, торжества в кавычках, из-за которого нас поставили на второй путь. Видимо, не взял подъем. Или еще что-нибудь. Так, you are just coming up to weather. Да, что-то там снег ему движок сломал. И here, the same problem. Вот он стоит. В общем, не вывез он тяги. Все понятно. Здоровый, наверное. Ну, возможно, тяжелее меня. Я без толкачей тоже наверняка не справился бы. Так как слишком длинный у меня поезд. Так, ну вот, собственно, и посмотрели, что из-за кого. Так, beware, короче, будьте осторожны, множественные поломки поездов и хреновая видимость. You will back on track one. Короче, скоро меня вернут обратно на первый путь. Ну вот, это хорошо. One, so, grizzling, чё? В общем, скоро вернут.
серия закончится внезапно, потому что я что-то завтыкал, что после проезда вот этой контрольной точки вылетит табличка, что сценарий завершен. Поэтому, как бы, эти слова я уже записываю после. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите новых видосиков. Также приходите на стримы, у нас там весело, дружно и уютно. Все, всем спасибо, всем пока, до новых встреч.